Всем привет, дорогие друзья, с вами Light of Game и добро пожаловать на прохождение Гарри Поттер и Орден Феникса. Давайте быстрее вернемся в Хогвартс. Малфой, Махач. Нужно помочь им. Может, будем друзьями? Берегись! Может, будем это друзьями. Он мой. Эти грязнокровки тоже. Может, будем друзьями? Ну, ты полумно даешь. А, без противника. Так, это упавшего, да? Ага, добивание, короче, оглушение противника. Защита от любых заклинаний. Электросэмпы. Щекотки. Блин, я, кстати, вниз-вверх, вниз-вверх. Никак его, походу, не использую. Протего! Экспиарнус! Я староста, знаешь ли. Малфой, у нас и ноги! Мне нужно в Лондон! Сириус в беде! Как мы доберемся до Лондона? Мы? Я не хочу, чтобы вам... Приятель, мы тебе поможем. Отряд Дамблдора не пустые слова! Так ведь? Но мы все равно не знаем, как попасть в Лондон! Мы полетим! Личность просто зашкаливает. Я видел это место во сне. Волан-де-Морт пытался сюда пробраться. Где же оружие, которое хотят пожиратели смерти? Дверь в самом конце. Гарри! Нужно найти Сириуса. Девяносто седьмой ряд. Он должен быть здесь. Гарри, а вдруг его не было? Что если Волан-де-Морт тебя обманул, и на самом деле ты не видел Сириуса? Гарри, здесь твое имя. Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда. И темный лорд отметит его как равного себе. И один из них должен погибнуть от руки другого. Бежим! Пожиратели смерти? Что это такое? Пожиратели смерти! Бегите! Вперед! Не трогай меня!
Мне достался еще один долгопупс! Стой! Дай это мне! Люциус Малфой! Поттер, отдай мне пророчество! Тебе не выстоять против нас всех! Дай его мне! Прочь от моего крестника! Сириус! Вы молодцы! А теперь этим займемся мы! Детей ты не испугался, Малфой! Теперь дерись со взрослыми! Давай! Полумна, берегись! Протего! Так, я еще хотел посмотреть... Выполнить все задания. А, ну это Магонакл. Принцесса творит все защитные заклинания в одном поединке. Прекрати! Сириус, хватит! Я почти все использовал. Так, это использовал. Столбение использовал. 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 Вот это. Парализация. Они нас не победят. Вам не победить. Она пошла. Протего! Мне на таких напали! Экспериармус! Почему вы не можете быть добрым? Получи, паршивый пожиратель! Паршивый поджиратель. Сириус! Вы все умрете! Давай, Гарри,
сделай его! Сделай это! Дай! Ты напрасно сюда пришел, Том! Скоро здесь будут мракоборцы! К тому времени я уйду, а ты будешь мертв! Дамблдор! Мракоборцы скоро прибудут! Ты так ничему и не научился, Том? Добрую волю не сломить! Ты так ничему и не научился, Том? Что ж, пора покончить с этим, Том. Ты еще не понял, что все кончено. Попадаю по нему, повред ему, но нахуй. И это величайший волшебник своей эпохи. Мракоборцы скоро прибудут. Ты так ничему и не научился, Том? Что ж, пора покончить с этим, Том. Устал, старик. Ты еще не понял, что все кончено? Нет, это ты конченый. Ты так ничему и не научился, Том? Что ж, пора покончить с этим, Том. Ты еще не понял, что все кончено. Дамблдор, ты постарел. Твое время прошло. Ты так ничему и не научился, Том? Что происходит? Постарел, ослаб. Твое время прошло. Дамблдор, ты постарел. Устал, старик. Ты так ничему и не научился, Том? Ненависть бесплодна. Дамблдор, ты постарел. Как ты сам.
Что ж, пора покончить с этим домом. И это величайший волшебник. Ненависть бесплодна. Что с тобой такое, Дамблдор? Поскорее, Ласла. Твои силы тай. Как ты твои тоже? Твое время прошло. Твои силы. Ненависть бесплодна. Устал, старик. Ты тут добрую волю не сломить? Ты так ничему и не научился, Том? Мракоборцы скоро прибудут. Ты так ничему и не научился, Том? Ничему и не научился, Том? Ты ведь не хочешь меня убивать, старик. Ты выше подобной жестокости. Есть иные способы уничтожить человека. И участь страшнее смерти. Унизить? Я убью тебя, старик. Но если смерть тебе не страшна... Волан-де-Морт! Гарри, стой на месте! Может... Борьба с Волан-де-Мортом. Лицом к лицу. Неплохо нас Снэк. Северус Снэйп научил. Комплименции. Уходи из моей головы, Волан-де-Морт. Ты в ней не хозяин. Ты не властен надо мной. Ты не знаешь, что такое дружба, верность, любовь, счастье. Мне тебя очень жаль.
Я видел его! Это Волан-де-Морт! Он здесь! Ежедневный пророк. Вернулся тот, кого нельзя называть. Владимир... Да, нельзя называть. Дамблдор и Поттер оправданы. Альбус Дамблдор восстановил должность директора Хогвартса. В пророчестве сказано, нет одному покоя, пока жив другой. Так значит, одному придется убить другого? Да. Мне очень жаль Сириуса. В газетах пишут, что Волан-де-Морт вернулся. Даже пророк это признает. Гарри, ты там в порядке? Знаете, я еще перед битвой думал. У нас ведь есть то, чего нет у Волан-де-Морта. За что стоит драться? Нос. У нас есть нос. У Волан-де-Морта нет носа. Я прав? Профессор Слэк наконец увидит, что Поттер просто тупой маугла. Ух. Ну что, ребята, с вами был Лайков. Подписывайтесь, ставьте лайки. Завтра встретимся в то же самое время. Всем пока.